Японская система сверхскоростных пассажирских экспрессов Синкансен знаменита по всему миру. Эти поезда – символ японской эффективности, которые во многом помогли сформировать современный характер страны и ритм ее жизни. В настоящее время Восточно-японская железнодорожная компания, JR East, не останавливается на достигнутом и развивает систему еще сильнее с помощью скоростного пассажирского экспресса Alpha X. Этот удивительный транспорт способен развивать скорость до 360 км в час. JR East – одна из семи коммерческих компаний, контролирующих сверхскоростные пассажирские экспрессы Японии под эгидой правительственной группы Japan Railways. Сам поезд будет построен Kawasaki Heavy Industries и Hitachi. Компания планирует начать тестирование поезда в эту пятницу с целью ввода его в эксплуатацию к 2030 году. В ходе испытаний инженеры надеются разогнать Alpha X свыше 400 км в час. Эти тесты будут проходить каждые две недели в течение следующих трех лет, чтобы отладить сложную систему до состояния, близкого к идеальному. Может показаться, что 11 лет – это слишком большой срок, за который поезда успеют банально устареть, так и не выйдя в рейс. Однако интеграция высокоскоростных экспрессов в отработанную систему требует времени. Отметим, что Alpha X длиннее, чем нынешние поезда, 16 метров против нынешних 15 метров, а длина его носа составляет 22 метра. Он выполнен в качестве эксперимента. Инженеры хотят узнать, поможет ли удлиненный нос стать поезду тише при въезде в туннель. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.